Сочи подошел к празднику во всей красе. Несколько лет подготовки к Олимпиаде изменили его до неузнаваемости. Поменялся курорт не только внешне, хотя его наряд стал гораздо красивее, что уже отметили как жители, так и гости курорта. Улучшения коснулись абсолютно всех сфер, от технических коммуникаций до основного для города – сервиса и гостеприимства. Многие жители не скрывают свою любовь к родному городу, а гости курорта хотят переехать в Сочи жить. Сейчас понимаешь, что если ты родился, то желательно, чтобы ты родился в Сочи. Нам нравится, что здесь цветы. Вот сейчас уже ноябрь, кругом цветы, вот мы видим розы, да? Что поддерживается то озеленение, может быть, вот и новые вот эти вот аллеи, которые связаны с Олимпиадой, сделаны. Конечно, к нам стали больше приезжать иностранцы, что очень, конечно же, приветствуется в сфере туризма. Вот. Ну и также, конечно же, те гости, которые приезжали к нам постоянно, они остались также верны нашему городу. Улучшение практически во всех сферах, я считаю, ну, лично мое мнение. Ну, я уже повторюсь, опять же, мало того, что он красивее намного стал город, и, в принципе, у нас улучшились многие, там, пока та же дорожная инфраструктура очень сильно изменилась. То есть, если раньше мы постоянно стояли в пробках и уходило очень много времени на это, то сейчас пробка считается просто там небольшое затруднение движения на дороге. Сюда хочется приезжать, здесь хочется проводить время, здесь хочется гулять постоянно, поэтому, собственно, как бы даже не интересуют бывают какие-то проблемы, там, бытовые или еще что-то, когда выходишь на улицу, когда видишь улыбающихся людей, поэтому я надеюсь, что так останется и он, несмотря ни на что, как бы сохранит свой такой как бы теплый прием. Уютность такую, и будет только, как сказать, лидирующим городом. Сочи к своему дню рождения приготовил подарки всем горожанам и гостям курорта. Это множество праздничных мероприятий. 21 ноября в Свято-Михайло-Архангельском соборе в 9 утра состоится праздничное богослужение и крестный ход. 22 ноября празднества стартуют в 10 утра и завершатся в 10 вечера. Утром на Театральной площади пройдет парад казачьих войск. Там же стартует массовый легкоатлетический забег. В 14 часов на площади Южного Мола начнется праздничная программа «Сочи – город будущего». Также запланировано множество мероприятий во всех районах Большого Сочи.